Ха, нихуя себе, здравствуйте. С вами Леха Бучер. Меня тут не было месяц уже, блядь, да? Потому что, ну, блядь, ребят, у меня сессия, я вообще-то в институте учусь, типа, я же не хочу работать на заводе. Хуёво. Короче, ребятки, это такой небольшой предновогодний видосик. Я вообще расскажу, что произошло у меня за этот месяц. Что вообще, наверное, будет в дальнейшем, и все, погнали. Пау, ребятки, короче, за этот месяц у меня произошло ровным счетом нихуя. Я повесил гирлянду, вот эту, и я повесил кепки на стену. В принципе, это все, что произошло интересного в моей жизни. Вы, наверное, меня спросите: Бучер, где видео? А видео не было по одной простой причине, которую я сказал в начале. У меня сессия, я ее сдал, кстати, да. Все, короче, ребят, думаю, сейчас, в принципе, видосы будут выходить хотя бы раз, сука, в две недели, потом почаще. Скоро Новый год, я хочу, короче, сказать вам, ребятки, там, удачки пожелать, всякой хуйни в новом году, там, прикольной. Короче, спасибо, что не все отписались с моего канала, отписалось, блядь, 100 человек, нахуй, потому что я помню, как было 660, а сейчас, сейчас, блядь, 560. Пиздец. Да, я вот купил себе микрофон, чтобы наконец-то снимать с камеры с нормальным звуком, а не с этим ебучим аквариумом. Всем спасибо за то, что вы посмотрели видео. Спасибо за то, что вы не отписываетесь от меня. Хотя стоило бы, ведь я же долбоеб, да. Напишите, пожалуйста, в комментарии, интересен ли вам формат видосов по ТикТоку. Я долбоеб. Короче, ребят, удачи в новом году. Там все такое. С вами был Леха Бучер. Подписывайтесь, пишите комменты, ставьте лайки. Ну, короче, вы сами знаете, что делать. Поэтому пока. I know Santa coming down my chimney.